Физкультурно-оздоровительный комплекс и ледовую арену сдадут в Находке в этом году. Губернатор края проверил строительство и поручил главе города держать объекты на постоянном контроле, а также добавить людей, чтобы ФОК был сдан до сентября. А открытие ледовой арены «Жемчужина» Находки порадует жителей в ближайшие месяцы. Закончены все строительно-монтажные работы. Сейчас компания ждет подписания ЗОСа, завершения объекта строительства. Вот, то есть тепло есть, свет есть, все есть. Надеюсь, что в феврале этот комплекс будет запущен, и уже жители Находки, ребята могут здесь заниматься хоккеем, другими видами спорта, в том числе, наверное, фигурным катанием. Также глава региона посетил строительную площадку поликлиники, где на сегодняшний день выполнена большая часть монолитных работ. Работы идут достаточно хорошо, и надеюсь, по заверениям строителя, что они закончат даже не в первом квартале 2025 года, а в конце этого года. И, соответственно, уже сейчас нужно продумывать все мероприятия, связанные с продолжением работы этой компании, которая успешно себя зарекомендовала, на строительстве непосредственно уже стационара. Напомним, правительство России утвердило долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года. В их число вошли Большой Камень, Уссурийск, Находка, Арсеньев, Владивосток и Артем. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.